Кто-нибудь из вас уже был на Медном всаднике? Нет, первый раз. Какое счастье, никто не был, поэтому я могу повторить то, что я обычно говорю. Кто написал Сандра из Чегема? Кто из вас знает? Я все время забываю фамилию. Искандер. А? Искандер. Искандер, да, Фазиль. Фазиль Искандер. У него есть такое четверостишье, или восьмистишье, не считал. Смотритель ангел Богу рек. Взгляни на Пушкина, мой Боже. Пред всеми, над всеми этот человек трунит. И над тобой похоже. Бог не ответил ничего. А мог сказать слова такие, я знаю, но люблю его. Кого еще любить в России? Замечательные, замечательные строки. Мне так жалко, что я их узнал, только прочел лет 70, что ли. Я пожалел, что я не прожил с этим откровением всю свою жизнь, ну хотя бы пору жизни. Я ужасно любил в молодости эту поэму «Медный всадник». Ну, там, после 20, может быть, или как-то вот в этом период. И мне она так нравилась, что я ходил и читал его на улице так про себя, бормоча, никогда никого не было, так вот вслух. Особенно мне нравилось одно место. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. На звере каменном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал ему подошвы подбывая, как дождь его в лицо хлестал, как ветер дуйно забывая с него и шляпу вдруг сорвал, как приятно видеть детей. Его отчаянные взоры на край один наведены недвижно были, словно горы из возмущенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились. Сели? Только я собрал внимание зрителей. Там зли, да, его отчаянные взоры на край один наведены недвижно были. Словно горы из возмущенной глубины вставали, конечно же, ребенок как кошка. Вот выйдет на сцену кошка. Это самое страшное ожидание всех актеров. Если в театре есть кошка и вышла на сцену во время действия, все. Хоть Гамлет, хоть Отелло, душит Дездемона, все будут на кошку смотреть. Вздымались волны, там излились, там буря выла, там носились обломки. Боже, Боже, там! Увы, близёхонько к волнам, почти у самого залива забор некрашенный, до ива, до ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша жизнь ничто, как сон пустой, и он как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может, вокруг него вода. И больше ничего. И обращен к нему спиною в неколебимой вышине, награжденную скалою, сидит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. Такие, ну просто как что-то, какой-то эпический размах, какой-то такое, такого величия, такого. Такого эпического размаха стих, что я решил, пойду проверю. И пошел на Адмиралтейский проспект.
Тогда на площади Петровой, где дом в углу, вознесся новый. Если вы сейчас вспомните, вот площадь, Исаакиевский собор, если стоят не вас сзади, Исаакиевский собор, а слева такой дом, который, ну, немножко напоминает, наверное, сверху рояль, он по трапеции сделан. Этот дом строил Монферрат, который строил и Исаакиевский собор. Но он сказал, что если я строю Исаакиевский собор, то и архитектурное окружение тоже я должен сделать. Халтуру себе взял, заработал, слава Богу. Я вошел в дом и нашел табличку эту, мемориальную доску, где дом в углу вознесся новый. Он только что был сдан перед самым наводнением. И вот это уже это было. Ну, слово «новый» не случайно. Слово «новый» абсолютно точно отражает то, что происходило, когда происходило, как происходило все там, в этой поэме. Где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живы. Ох, будет свободное время, сходите, посмотрите. С подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. И там действительно то крыльцо, которое, тот вход парадный, который обращен на Адмиралтейский проспект, да, у него такие два въезда, пандус такой, два въезда, чтобы карета могла въехать, козырек, чтобы дамы и господа не попадали под дождь, если идет дождь, потом карета уезжала, а кто пришел пешком, те могут пешком по лесенке пройти, и действительно, где над возвышенным крыльцом, с подъятой льва, два льва стоят. Я даже на одном посидел. Я только не знаю, на том или не на том, Пушкин не указал, на правом, на левом. С подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. На звере каменном, верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя, он не слыхал, как подымался жадный вал. Тут я опять решил, проверю. А там недалеко есть столб, где отмечено наводнение. Вот так вот, вот в таком году так, в таком году так. Так вот, в 24-м году не по колено его могло, не там внизу, а вот с подъятой, это самое, там, как бы, ну, ему подошвы подмывают. Я просто, я только одну неправду нашел.